все коровки пришли на утреннюю дойку. Это уже вторая партия. Раздали комбикорма. Как вы видите, теперь малышка и феечка ходят у нас на завтрак, на ужин. Понемножку получают концентраты. С каждым днем все увеличиваем, увеличиваем норму. И доведем до 3 килограмм. И за 3 недели до отела они будут получать 3 килограмма комбикорма в сутки. Вот фея у нас тут тоже хрумкает. Теперь так много джерсеев, кажется, все время. Здесь айширки были непривычно, конечно. Джессика, кто про Джессику спрашивал, она у нас до сих пор яловая. Вот, попросила ветеринара приехать с аппаратом УЗИ, посмотреть, чтобы яичники, но пока у нее не получилось приехать. Поэтому Джессика просто живет, доится. Она уже 1,5 года яловая, и сейчас у нее 10 литров в день молока. Не так много, но и, так скажем, не так мало. Нам есть чем сравнить. А вот феечка у нее, конечно, получилась чудесная коровка. Мы ей очень довольны. Это дочка Джессики. После первого отела она у нас доила более 20 литров молока. Очень жирного. И у нее была отличная лактация в плане длительности. Практически до запуска она доила хорошее количество молока. Здесь у нас Мартуся тоже пришла. Вот это такая у нас растет. Вы себе даже представить не можете. Я не знаю почему, но она все лижет, все грызет. У нас ни одной такой телки не было. Подходишь соседнюю корову доить, она тебя за капюшон лижет, за волосы дергает. Вот видите, все здесь объела. Это вообще нехорошо, но я не знаю, что с этим делать, потому что ранее таких телок лизучих у нас не было. То есть она пытается соседних коров за сиську ухватить. Хоть и молока она получает много, то есть в день 10 литров она выпивает. 5 с утра, 5 вечера. И скоро ей уже будет 2 месяца. Вот, хорошо кушает и комбикорм, и сено, но и при этом не отказывается кого-то полизать, пососать, погрызть что-то. Как с тобой бороться, даже не знаю. Я привела девочек, хочу у них подстричь хвосты, практически до земли отросли. Особенно, конечно, у малышки, у феи не такой длинный. Отрежу сейчас всю эту грязь, и будут у них коротенькие опрятные хвостики. И, конечно же, всех сейчас приведем в порядок, почешем, почистим щеточками и выпустим на прогулку. В коровнике немного темновато, тут у нас некоторые лампочки тоже перегорели. Вот, надо все заменить, а то не очень удобно работать, приходится приглядываться, присматриваться, кто еще доится, а у кого уже закончилась подача молока. Так, ну ладно, продолжу я доить. И потом пойду к козочкам и поросятам. К нам приехала в гости Женя. Это моя родная сестра из Санкт-Петербурга. И вчера вот она наводила порядки в курятнике. Так что здесь теперь чистенько, хорошо курочкам. Вот они здесь вальяжно гуляют. Мараны у меня как-то не хотят нестись. Видимо, отдыхают. В общем, живут для себя, я бы сказала. Ну что, что такое? Кво-кво. Куриндочки. Лишних петушков поубирали, осталось здесь 3 петуха. Вот это черный ухей-люй. Рыжий падуан. И еще карликовый здесь один бегает. От кучерявой хохлатой семьи. А вот павлуши мои. Паша уже начал готовиться к брачному сезону, к весне. У него отрастает хвост, становится все длиннее, красивее и шикарнее. А тут его две дамы сердца гуляют. У меня птицы сейчас так мало, что все помещаются в одном отделении. В одном помещении это курятник основной, а остальные два помещения пустуют. А раньше здесь все было. Птицы, два этажа. Вот. Но так как коров, коз и поросят у нас сейчас много, поэтому куры уходят на второй план. Особенно куры несушки, инкубационное яйцо, породистые птицы. Я даже скажу, что мне больше нравится заниматься выведением бройлерных цыплят, а именно бройлерные индейки, бройлерные курицы.
Вот, купил яйцо, заложил, вывел малышей, продал, а что не продал, оставил себе на откорм. Это и проще, и выгоднее, и интереснее. Маленькая белянка позавтракала и уже стоит, ждет, чтобы ее выпустили к старшим коровкам. Она уже с ними живет. Пойдем, пойдем, выпущу тебя. У нас в этом году как никогда много снега. Хорошо, что фермер помогает, подчищают. Я не представляю, как такой объем почистить вручную и вообще без трактора. Вот у нас лопаты нету. Есть ковш, но ковшом не так удобно. То есть дольше им возиться будешь. Одели кантователь рулонов сегодня с утра на МТЗ, потому что люди приедут, за сенажом надо будет отгрузить. Ну что, бычуня пришел. Иди давай, ты уже такой большой мальчик вырос. Вот, быстренько на хозяйстве управимся и буду грузить сенаж. И потом сегодня у нас уезжает бабушка и Женя. В Питер поедут, поэтому надо будет их проводить на поезд. Сегодня небольшой минус, где-то минус 4. И вообще на улице такая благодать. Нет ни ветра, ни снега. Мы вчера с мамой, наверное, полчаса просто гуляли и наслаждались погодой. А сегодня молока чуть ли не в два раза больше. Сенажик поставили, вот, коровки налопались. Загнала коз на доильный станок. Они там завтракают. Хромкают комбикорм. Хотела вам показать. Вот так выглядят вымена у наших коз. А девочки окатились 4 месяца назад. То есть вымя полное молока. Такие объемные, большие. У Фёшки, конечно, чуть побольше. Но у Фёшки на один окот больше, чем у Пуговки. Но доятся девчонки отлично, мы довольны. Надеюсь, что и вот эти красавицы тоже, как и мамы, будут удойными. Тоже сейчас вам положу комбикормика. Не переживайте, бегают, бегают, хотят вкусняшку получить. И пойдете на прогулку. Сегодня погодка хорошая, вам там в ангаре будет прекрасно. Нечего дома сидеть. Кто спрашивал про рептух? Есть небольшой отход, но, по крайней мере, не такой, как это было ранее. Вот, целый рептух вечером набираю, и, соответственно, к утру остается немного и немного на земле. Но это, так скажем, мелочи по сравнению с тем, что было. Довольно, вот второй рептух все еще до сих пор идет, не пришел для козочек, поэтому пока пользуемся одним. Быстренько уберусь, наберу водички. Я довольная. В прошлом видео вам рассказывала, что продала один инкубатор. В общем, сразу же заказала новый, оплатила его. Сейчас он в работе, то есть надо подождать, пока изготовят, и жду не дождусь, когда он придет. Как только получу, сразу начну заказывать инкубационное яйцо бройлерных цыплят, бройлерные индейки, и начнется у нас птичий сезон. Многие в комментариях спрашивают, где я покупаю яйцо. Так как мы проживаем в Твери, ну, если быть точнее, то около, то, соответственно, яйцо мы приобретаем в нашем городе. Если вы из каких-то других регионов, то вам надо поставщиков искать у себя. Если вы из Твери, конечно же, я с вами поделюсь контактами. Мне не жалко. Мужчина раз в неделю ездит в Москву и, соответственно, привозит инкубационное яйцо. А здесь уже мы его получаем и закладываем в свои инкубаторы. Я так поняла, что сейчас есть бройлер и индейка Биг 6. По-моему, Словакия, если не ошибаюсь. Ну, в общем, яйцо импортное, привозят. Вот, как только получу, все вам покажу, как буду закладывать инкубаторы. Ребята, у нас такая забавная история случилась с белянкой. Я думаю, вам видно, она прям за царевной стоит. В общем, мы думали, что белянка еще маленькая, пусть поживет там отдельно, в своем домике. Но в один прекрасный день она выпрыгнула из своего домика и вместе с коровами после удойки ушла в общее стадо. Ушла, там тусила в ангарчике, кушала сено, сенаж. Видно было, что ей прям хорошо там. Я думала, что ее маленькую кто-то будет обижать. Ну, взрослые коровы, другие телочки, все равно у них есть своя иерархия.
кто-то главный, кто-то, так скажем, скромный. Вот, ну ничего, она прям влилась в этот коллектив как своя, как будто здесь и жила. Вот такая крошечка, ей всего лишь 4 месяца. Но она вот с остальным стадом живет. И, по-моему, ей здесь прекрасно. То есть утро-вечер она у нас приходит на кормление, хрумкает комбикорм, остальное время вот грубые корма потребляет, научилась пользоваться поилкой. Прям вообще умничка. Тут девчонки у нас, подрастающее поколение, стоят, сено кушают, кто-то отдыхает. Царевна у нас контролирует Круза. Она, знаете, такая защитница стада. Она боится, что вдруг он нападет. Обычно даже гоняет его, но сейчас вот просто наблюдает. Да, царевна? Бдит, так скажем. Ты у нас самая крупная, не самая старшая, но самая ответственная коровка. Остальные там сенажик хрумкают. Сегодня молока у девчонок было. Ой, как много. Царевна, ну-ка посмотри на меня. Это ты только что кушала, да? Сенажик с клевером. Следы преступления. Она там стояла, стояла, хрумкала сенажик, увидела Круза и пошла его бдить. А ты чего, со мной вышел на прогулку, да? Я уже все, коз подоила, выпустила их в уличный выгул. Хочу подубраться и пойду уже к поросятам. Потому что позвонили люди, сказали 40 минут им ехать, и надо будет погрузить корма. А потом пойдем домой. Мама убежала готовить халуми, потому что все запасы у нас подошли к концу. И потом все дружно повезем бабушку Жене на поезд и заберем мою машину с автосервиса. Я сдавала, там делали ТО. Вот такие дела. Так, быстренько сейчас пробежимся по свинарнику, расскажу все новости, и вот-вот уже должны люди подъехать. Буду отгружать. Петрушки, честно говоря, не понимаю, покрылась она у меня или нет. Такое ощущение, что розоватая петля сегодня. Посмотрю там по своим записям, по заметкам, охота у нее это или нет. А в этой клеточке такое ощущение, что эфочка супоросная, но тоже, знаете, какой-то стопроцентной уверенности нету. ОКБшки, петля все время припухшая, стойки она не стоит. И, честно говоря, такое ощущение, что придется ее убрать, потому что хряка у меня нет. Где-то в округе тоже никого не знаю. А искусственно я ее уже сменяла раза три, по-моему. В этом отделении пятаки маленькие, если можно сказать, что они маленькие. Вот это так вообще уже тетя Мотя здоровая. Хорошие такие поросятки. Пока никто их не приобретает. Скоро им будет уже 2 месяца. Но есть, конечно, 2 маленьких. Вот этот и тот. А все остальные, конечно, крупняцкие. Наверное, им немножко прохладно. Я дверь приоткрыла, чтобы свежий воздух зашел. Поэтому мелкие потряхиваются. А так у них здесь, конечно, тепло. Предлагали мне обменять поросят на зерно. Посоветовалась с мамой. Решили, что не будем меняться. До 6 поросят хотели так взять. Вот. У нас хороший спрос на переработку, на глубокую переработку. Поэтому оставлю, выращу, переселю их, пересажу на щелевые полы. И там вообще беды не буду знать. Установлю бункерную кормушку. Она у меня здесь стоит, пылится. И поение автоматическое, кормление будет тоже автоматическим. Плюс у нас столько много сыворотки. Опять же говорю, мое поголовье не выпивает, а поросята на откорм плюс сыворотка, это вообще бомба получается. Мне люди дают обратную связь, кто покупает у нас свинину. Многие пишут, что такого мяса в жизни не ели. То, что после духовки оно разваливается, и такое ощущение, что это вареный язык, настолько мягкое и вкусное. Вот. Вот что значит, что поросята растут на молочных отходах. Да? Даже сейчас у них там насыпан комбикорм и плюс сыворотка. Поэтому такая кашка получилась. Следующие 2 клеточки супоросных свиноматок. Единственных, в ком я уверена, это Белла. Представляете, посмотрела по календарю и уже прям обомлела. Ей через 2 недели поросится. Я еще смотрю, такая она большая, вроде в феврале порос. А у нее в начале февраля
Сейчас более точно подсчитаю, в какой день будет 113-й день. Вот, но она огроменная. Живот большой уже, смотрю, и молочные железы потихонечку начинают оттягиваться. Вот такая она у меня. Пойдет на 4-й опорос. Это свиноматка, самая взрослая в этом свинарнике. А потом за ней пойдет на опорос вот эта дюрчиха. По-моему, она в середине февраля. Тоже животик есть, но, конечно, не такой большой, как у Беллы. Та трехпородка пока сидит. Вот. После того, как отбила поросят, охоту не заметила, поэтому она у меня пока просто тут живет. Ну, вот, надеюсь, что если в ближайшее время загуляют, то тоже попробую ее покрыть, потому что ее поросята мне очень понравились. На днях был привоз комбикормов, все разгрузили. Ну, вот даже тут мне прохода нет, потому что кормов приходится заказывать много на такое большое поголовье животных. Тем более, если вот эти откормочники начнут расти. Тут еще одна свинка такая классная. Вот она стоит, самая ближняя. Да-да, про тебя говорю. У тебя такие формы хорошие, да, красотка моя. Ну и бородки тоже есть прекрасные. Вот какая мадемуазель. Надо будет уже в ближайшее время здесь немножко переселить всех. То есть установить здесь станок супросный для Беллы, а трехпородку переселить на ее место. Вот, но это уже ближе к опоросу все будем делать. Белка, какая ты у меня большая. Погрузили. Тут все у нас на улочке. Заходили люди посмотреть в ангар, хотели увидеть, как выглядит сенаж. Так в ангаре вообще никого нету. Все вот на улице балдеют с такой погодой. Наверное, Белянка пошла водички попить. А я все тоже домой пошла обедать. По хозяйству управилась. Сывороткой поросят накормила, коз подоила, корма отгрузила, все сделала. Пора и покушать. Пришла домой с хозяйства, решила привести в порядок наши кружки, мерные ложечки. Вот так все выглядит до. Для активации данного средства нам потребуется кипяток, поэтому я вскипятила чайник. В комплекте идет мерная ложечка. Средства уже не так много осталось, потому что бабушка им активно пользовалась, замачивала все наши вещи, отбеливала. Ну, а я буду заниматься домашними приборами. Приступаем. У нас началась реакция. Еще добавим немного лимонной кислоты, так как в деревне у нас очень жесткая вода. 101 способ применения. На обратной стороне вы можете увидеть инструкцию, как правильно пользоваться. Изиклин можно использовать как отбеливатель. Я принесла свою белую рабочую кофту с хозяйства и посмотрим, как он с этим справится. У нас здесь несколько литров кипятка, поэтому будем добавлять 2 мерные ложки. Прошло 15 минут, грязнющая вода ополоснула кофту, она стала белоснежного цвета, отбелилась, воротничок чистый, в общем, красота. Кружки. Они снова стали новенькими, и мерные ложечки блистают. В описании под видео я оставлю ссылку для заказа изиклина. Переходите, заказывайте. Такое средство должно находиться у каждой хозяйки на кухне. Даша проверяет сенаж. Я так чувствую отсюда, что пахнет обалденно вкусно. Ну что, возьмем домой салатика, нарубим. Сегодня поставили рулоны сенажа на улице, в ангаре. Я так пришла, смотрю, одни только задницы вокруг кормушки торчат. Откажи сено. А к сену никто не подходит, да, Даш? Да, сено хорошее. Сено отличного качества. Знаете, темновато, конечно, наверное, плохо будет видно, но сено... Надо на свет. Да? Зелененькое. Да.
сено отличное. Что-то мы с Дашей думаем. У нас очень много спрашивают сена на продажу, но мы вот оставили себе под укрытием, под флисом. Ну, знаете, все говорят, ну, выручите, выручите. Мы так понемногу выручаем людей, но, честно говоря, сено, наверное, осталось для нас тоже. А то потом будем тоже плакать и кому-то звонить, выручите, выручите нас. Конечно, когда ставишь сено и сенаж, ну, вот смотрите, вот тут стоят коровки у сенажа, а там, ну, вот подошла у нас одна, да, красотка. И то понюхала и пошла. О, Буська, полным ртом. Вкусно, Бусен? Буся. На ночь глядя, да? Да, да. Ешь много на ночь, будешь толстой коровой. Навезли кормов. Да. Ой, пахнет так приятно вообще, да. Даша, это что, травосмесь или все-таки это травосмесь? Да, да. Такой влажный, вкусный. Ой, корова. Завтра будет молока много. Смотри, да? Карина говорит, спасибо, Даша, спасибо. А, да, что летом постаралась, да, для нас. Ты поставила кормов, то мы уже ждали. Ага, сейчас еще такой легкий-легкий морозец, плюс 7. Минус 7, да. Прям так как-то вообще комфортно после морозов, после метелей. Прям такой кайф, мы сейчас прям с Дашей идем, прогуливаемся, прям такое вообще кайф на улице. Коровки все такие довольны. Прям смотришь, когда скотина, ну, скажу такое слово, да, сытая и довольная. Прямо как-то на сердце легко, да? У нас сейчас начались отгрузки, заказы. Люди заказывают целыми фурами все наш. Много очень спрашивают с Ленобласти. Да, Феечка? Скажу, у них там кормов нет, надо поделиться. Да. Да. Надо посчитать, чтобы нам осталось тоже с тобой до весны. Ну, не до весны, а до лета, наверное. Ну, конечно, не знаю, ребята, я уже говорила, но, наверное, повторюсь. Ну, какое счастье иметь собственную кормовую базу. Знаете, нам вот, ну, не один человек, ну, не многие, но не один человек говорил о том, что, ну, на такой поголовье вам легче купить корма, ну, и, в принципе, не заморачиваться заготовкой собственной. Но вот сейчас, да, по прошествию времени у нас стадо разрослось, и, конечно, купить на 4, на 6 коровок, ну, это одна сумма, да, а вот уже когда стадо, то, собственно говоря, свое сено очень выручает. Потом ты знаешь, какого качества, как ты убирал это сено, как сушил его, как заготовил, какие травы ты заготовил, в сенаж тот же самый, ну, и да, и в сено тоже. Да. Да, и Даша иногда чередует, например, иногда поставит, вот мы делали, у нас были сеянные поля фирмы Баренбрук семена, кормосмесь как раз для молочных коров. И чередуем, потом поставим клевер с Тимофеевкой, вот так по очереди. Так, чтобы не привыкали, да? Феечка, ты уж соскучилась по нам. Вообще, я так посмотрела, Даша, в принципе, под ноль выедает сенаж, да. Отхода нету. Мы когда покупали сенаж, особенно вековёс, у нас 1/3 рулона шла на выброс, потому что там были большие такие бобыли, сорняки, и коровы их наши молочные, не голодные. Да, закормленные, не особо, да. То есть нам приходилось 1/3 рулона закидывать со слезами на глазах в ковш и вывозить на навозную кучу. Хотя сенаж в прошлом году мы также покупали по 3500 за рулон. Ну, то есть 1/3, вы представляете, какое большое количество отходов у нас было на выходе. А здесь съедают из-за того, что вкусненькое, сочное, меленькое, да. Съедают под ноль. Да. Но у нас вот поле тоже было, Даш, где вот такая трава была, все-таки, я считаю, ну, большая, но все равно они, ну, видать... Она была более сочная? Да. Да, тоже неплохо едят. Отлично едят, я бы сказала. О, чесалочка. Царевна, ты у нас такая прямо... Слоненок. Да, вот такая смешная, стоит с малышней такой-то, штыпсель и тарапунька. Ты-то что меня лижешь? Уже тут какое-то у нас столпотворение. Угу. Ой, смотрите, ребята вообще кружили, обрадовались, внимание тоже требует, да? Так, Даша, что ты хочешь показать? Ой, ребята, научилась пить, какое счастье. А мы сначала с Дашей переживали, загоняли на кормление белянку.
и выносили ей воду. Пару раз забывала я выносить, бежать что ли за ней в сарай. А она, смотрите, какая умничка, научилась пить. Белянка, научи-ка ты, пожалуйста, еще у нас горошку. Да, Даша? Маленькая, да, а сообразительная да, какая. Да, сообразила, смотрите, как. И сил же хватает, не боится. Да, да. Дует воду. Ну все, тогда ты за тебя не переживай. А я ее, знаешь, пригоняю на завтрак. Она такая смешная, как этот бурундук. Царевна, что ты ко мне тут? Что это такое? Вкусное? Девочки, ну что такое-то? Что это? Со всех сторон. Вы что, так соскучились по мне? Да, давно сюда не приходила к вам. Ты же совсем, мама, не ходишь к нам. Царевнушка, спасибо тебе, спасибо. Теперь у нас, раньше мы прям в трактор сыпали, в ковш, а теперь вот такую небольшую кучку делаем. Ну, как небольшую, бывает иногда и большая, да? По-разному. По-разному, да, у ворот, а потом уже убираем. Ну, сразу крокодилом подъезжаем, хоп. Да. Так легче стало. Ты кто такая? Деловая там. Так ближе так голову подтащи. На шее чеш. Так, ну что? Я знаешь, почему подумала, что проще? Потому что у нас постоянно к ковшу все примерзало, и приходилось там отдалбливать это все. А здесь подъехали, собрали, выбросили, все, и трактор чистый, и ничего не примерзает. Это нам так ребята подсказали такую фишку. Мы-то сами в том году таскали все на тачках, а сейчас у нас утро-вечер приезжают ребята помогать. Так, девочки, я ничего не поняла, вы меня тут затолкаете сейчас. И мы сейчас даже практически не убираемся в ангаре. И не раздаем корма. Да. И корма не раздаем, немного нам стало попроще. Ну, нормально попроще, да? У нас сегодня погрузка, вернее, не у нас, а механизатор соседнего фермера нам помогает. Грузят фуру, поедет у нас в Тверскую область. Там сейчас посмотрим, сколько рулонов лезет. И потом у нас уже заказ есть на целую фуру в Ленинградскую область. Вот, распродаемся. Тут уже немного и осталось. Тракторок стоит, гудит. Погрузились у нас, поместилось даже не 38, а 39 рулонов. И здесь немножко забуксовала фура, поэтому я съездила за песочком. И, соответственно, сейчас под колеса набросают. Надеюсь, что это поможет. Потому что 82-й трактор не может вытянуть груженную фуру. Здесь 20 тонн сенажа. Я в шоке, как мало осталось рулонов на поле. Наверное, пару манипуляторов. И сенаж здесь закончится. Быстренько посчитаю рулончики, чтобы на будущее знать, сколько еще можно здесь будет отгрузить. На завтра у нас тоже запланирована доставка. Приедет эта же машина, поедет в Бежецк и далее уже в Ленобласть. Две фуры заказали. Немного шаланда, либо ланда, как его, шаланда. Проехала немножко, и тут ехали автобусы, поэтому пришлось, соответственно, еще немного подсыпать.